Плохие парни рядом. Дрон в воздухе. Заметила еще одну цель. А вот и третий. Вижу врага. Ясно. Выдвигай. Сейчас займу позицию. Иду на новую позицию. Вижу цель. Ясно. Цель получена. Все готово. Враг убит. Вроде обошлось. Все нормально. Китата кету. Очухаешься, расскажешь дружкам, как тут кровь мешалась с грязью. Как ты звал мамочку. И еще передашь им, что они следующие. Понятно? Транкись, транкись, си. Я понял, я понял. Неудачный день для засранца. У повстанцев сегодня хороший день. Им понравится. Я вижу лейтенанта картеля. Покажи. На свалке. Где же еще? Здесь чисто. Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы, а они тоже нам чем-нибудь помогут. Угоните один из грузовиков картеля с наличкой народ... и спрячьте у спрута в гараже. Когда Нидия Флорес узнает о... Пристегнись. Готовы? Открыть огонь. Можно. Ясно.
нужно найти важные данные. Пытается уйти, похоже, мы их рассердили. Они знают, что мы здесь. Осторожно. Вызову повстанцев, чтобы все это забрали. Осторожно с ним, нам нужен его груз. У нас все чисто. Угоните один из грузовиков картеля с наличкой и спрячьте у Спрута в гараже. Когда Нидия Флорес узнает об этом, она обвинит его в краже. Мы их раздразнили. Вижу вторую цель. Я иду на позицию. Иду на место получше. Цель отмечена. Ясно. Цель отмечена. Это мой шанс. Атакуй. Убит. Здесь все чисто. Ты не в себе, ведь это штатский. Готовы? Огонь, огонь, есть. Огонь! Я атакую врага! Уничтожен. Черт, прячься! Она сейчас.
Теперь известно, где личный комп Нидии Флорес. Взломайте его. Сажусь на мотоцикл. Дрон в полете. Вижу цель. Вокруг много местных. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Здесь цель номер 5. Появился один с пистолетами и пулеметами. Вот ее кабинет. Заглянем в компьютер. Есть еще один. Всего 10. Здесь несколько боевиков. Где ты его видишь? На террасе. Осветитель, береги глаза. Они видели ракету. Эти идиоты идут к ней. Запросили у повстанцев отвлекающий огонь. Машины по сигнализации. Враги атакуют нас. Начинается, нас заметили.
Бросаю осветитель. Открываю огонь по гадам. Вертушка, ложись. Спасибо. Подбили вертушку нахрен. По-моему, это все. Мы перевели где-то 50 миллионов со счетов Нидии на счета якобы Спрута. Дело не хитрое, но результат будет. Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Меня хватит, красавчик! Я тебе говорю все! Хватит! Транкила, Рейна. Ты говоришь мне полегче? Меня хватит, красавчик! Я тебе говорю все! Хватит! Транкила, Рейна. Ты говоришь мне полегче? Знаешь, полегче этого мало. Да Спрут просто сраный бухгалтер. Какой от него вред? Идиот! Спрут — эксперт по эффективности. Все знают, что он хочет, чтобы мы отмывали бабки в Монтевидео. И он будет рыть землю, чтобы доказать, что я опуза для финансов картеля. И мечтателю больше не нужна.
Он любит Монтевидео, что ли? Красавчик, послушай, ты же знаешь, у нас не увольняют, у нас хоронят. Готовы открыть огонь? Вас открываю огонь. Черт, нас заметили. Ого, вижу охеренный домище. Владение королевы красоты. Нам бы заглянуть, поздороваться. Боуман говорит, она сейчас в Перу. Деловая поездка. Ну давай немного разведаем. Мы связались с повстанцами и вызвали подкрепление. Ясно, амиго. Я рядом. Здесь все чисто. Сейчас по делам и наконец-то повидал знаменитую Нидию Флорес. Боже, это самая знойная женщина, когда-либо ходившая по этой земле. Напомнила мне Марисоль, одну из бывших моего братца. Самую офигенную из телок, срывавших мой 16-летний озабоченный мозг. Забавно при этом, что мечтатель говорит о Нидии как о святой. В его нечестивом пантеоне. Но она всегда и во всем жутко перестраховывается. Не знаю почему. Может, от страха. А может, потому что сильно хочет угодить ему и боится облажаться. Я мотался туда просто за кэшем, чисто зарплата для киллеров. Так вот она, вот сдохнуть мне эти накладные 5 раз проверила и перебросила.
понеслась. Вперед, я за вами. Ага, тут будет мина. Это первая антенна, ко второй. Ну, вперед, я за вами. Флорес держит в банке Барвеча с миллиона отмытого кэша. Мы подломим банк и передадим денежки Паку Катари и его дружкам-революционерам. Вперед, я за вами. Thank you.
Черт, боевик с миниганом. Совсем рядом с глушилкой. Ни черта не вижу. Сигнал дрона заглушен. Вижу цель. Заметила еще одну цель. Нет сигнала. Глушит частоту дрона. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Запрашиваю отвлекающий огонь. Ну-ну, они хотят подраться. Начина. Летеха сбегает. Идут сюда. Какой у нас план? Осколочная. Получайте, пидоры. Выбирайся нахрен оттуда.
граната, берегись! Вертушка единства, тихо. Стоп, здесь враг. Дрон в воздухе. Вижу оружейную Вижу установку. Вижу турель. Враг на мушке. Есть третья цель. Тревога. Появился один с пистолетами-пулеметами. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Займу позицию. Принято. Выдвигаюсь. Ясно. Цель выбрана. Все готово. Жду указаний. Приляг, отдохни. По-моему, они его нашли. Их лейтенант убегает. Ясно. Выдвигаюсь. Иду на место получше. Иду на новую позицию. Цель получена. Все готово. Цель. Огонь! Огонь по Враг готовности! Ясно. Сейчас займу позицию. Ясно. Цель получена. Вижу цель. Не вижу цель. У меня есть цель. Враг убит. Сюда летит вертолет.
Сигнализация отключена. Ко мне. Ясно. Выдвигаюсь. Дрон у кранты. Они нас глушат. Вижу оружейную установку. Вижу банк. Мы грабим банки, прям как Буч Кэссиди и Санденс Кит. Огонь! Ясно. Прямо в цель. Осколочная. Подожди, я ставлю мину. Ставлю мину для наших наркодрузей. Приготовиться! Огонь! Устанавливаю мину. Подожди. Эй, светошумовая. Копери и Тодо Садра Бьен. Пинче, каброн! Ниди, заноза у тебя в заднице и ствол у виска.
Выкладывай коды доступа к хранилищу, а Спрут сделает свою работу. Спрут? Да, блядь. Ладно, Эстабьен, вот вам коды. Ура, да, готов. Это на марш. У нас есть коды доступа. Повстанцы готовы? Снять со счета пару сотен миллионов боливианов? Всегда готовы. Ждите сигнала. Конец связи. Все сюда, народ. Ясно. Тревога прошла. Это облегчит нам задачу. Йоу, тут небольшой отряд картеля. Там, внутри банка. Мы их спугнули. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Вас понял. Нас засекли. Будьте начеку. Огонь по целям. Убит. Не вижу цели. Чисто. У нас гости на пороге. Мы растревожили осиное гнездо. Как у нас дела? А то. Через пару секунд они будут здесь. Что нам делать? В квадрате противник. Будьте начеку. Они начеку. Готовы? Открыть огонь! Ясно.
Стреляем. Так, он готов. Осколочная. Все сюда. Точно. Не отступать. Есть. Они идут. Что будем делать, босс? Все ко мне. Выдвигаюсь. Ой, амиго. Миссион комплита. Боевики уничтожены, вы в безопасности. Muchas gracias. Без вашей помощи мы бы тайник не взяли. Вас поняла. Постарайтесь не тратить все сразу. И распустите слухи, что вам помог Спрут. Пересорим их, да? Хорошо. А американцы умнее, чем кажутся. Gracias, Yankee.